История «Ищем нам с вами вторую половинку» продолжается. Случилось это летом, то есть сколько там месяцев назад, 4-5, куда меня закинул поиск девушки, да? Какие дебри. Иду, значит, я с чуваком, которому сдал посуточно квартиру, и вижу, ну точнее слышу, что тетка сверху орет: «А ну положили обратно! А ну положили обратно!» Значит, я подумал, что это сумасшедший. Ну так ему говорю: «Ну вот, сумасшедших хватает, в том числе и в Екатеринбурге. Чувак сам из Перми, да, заселился с семьей, там аквапарк, все такое. Аквапарк реально охуенно, ну реально, правда». Как пел Павел Техник. И группа «Контейнер». Ну и вот, не надо это сбиваться так. И тут до меня доходит, что она орёт не просто так, а там вдали дети тащат знак дорожный, который означает собой, что данная территория, где приоритет пешеходов. Как точно он называется, я не помню. Назовем пешеходной территорией. Тащут, тащут. И я такой: оп, ну что ж, пора бы уже проучить. Так, я, кстати, с Яндекс сумкой, разумеется, сзади. Вообще это не брит, но мыт хорошо зато. Но не брит, думаю, все, сейчас будем действовать. Поехали. Итак, чем ближе приближаюсь, тем я с ней становится образ, там было два парня мелких и девка. Ой, опять девка, сказала, не девушка. В общем, воры малолетние, да? Образ этой девушки. Все красивше, красивше, красивше. Я понимаю, что она, ну так это. Ну что, сколько ей лет, я скажу, вы это меня посадите. Не-не-не-не-не-не-не. Все, никакой педофилии. Все, руки за спину. А, за спину. Ну вот, значит, как бы я уже понимаю, что, ну, как бы, чё. Один раз живем, говорят все. Я считаю, мы живем один раз, но мы живем один раз бесконечно. Один раз здесь, потом перерывчик некоторый, да, и потом там или сям, как говорится, кто куда заслужил там это самое. Значит, подхожу и давай. Вы, да ты на них. А потом сразу же: «Такие красивые дети и так себя ведете». И смотрю на нее, на девку. Реально рассматриваю, ну, там уже все есть. Говорю сразу же, как бы, неважно какой возраст, пубертат у нее уже почився, или как там, почался. То есть там все как это, все есть, вот я серьезно говорю. Педофилия — это когда ничего нет, а ты это, у тебя, как говорится, там реакция пошла, встает, да? А тут все есть уже у нее, абсолютно. И красоты она просто несшибательной. Она, знаете, метиска не метиска, но по имени как-то у нее так немножечко все это действует. Ну, значит, давай там их проучать, сейчас мы обратно все потащим. Начал про карму задвигать, что вам все вернется, все хорошее в том числе, поэтому давайте тащить, я вам помогу. И так это начал, ну, уже как-то забалтывать их и тут же переключаться на девчонку. Как бы они-то совсем мелкими выглядели, парни, а девушки, они взрослеют раньше, ну, как бы, это, ну, вот так вот получается. В общем, до чего дошло? До чего дошло? Что я как бы начал уже прощаться. Говорю, вы сами отнесете, прощаться, у меня заказ, мне некогда, у меня действительно уже к тому моменту и заказ пришел, и все, этот мужик уже ушел, с которым я шел, уже, ну, ему заколебалось, что я с ними долго очень разговариваю, ему уже там пора в аквапарке там, где там фонтаны, джакузи, ванны, фонтаны, с детьми были там вчера. Ну, значит, все, эту девку я обнимаю, она немножко ошеломлена, все, говорю, давай, пока. А, нет, еще жестче, то есть я протягиваю ей руку помощи, говорю, ладно, все, пока, целую эту руку, блядь. По-моему, ее перекруживаю еще, и потом обнимаю. Я, конечно, влюбился все это с первого раза, с первого взгляда.
и так далее, да? Сейчас посморкаюсь. Ну и сколько ей лет, как вы думаете, было? А сколько мне лет? История умалчивает, ну, короче говоря. Я ей сразу же сказал, что ты моя будущая жена. Все. Почему будущее? Потому что сейчас это запрещено, это запретная любовь. И вот уже после того, как я ее обнял, после того, как я поцеловал ей руку, да, и забалтывал их всех там, я уже все, собрался уходить, она говорит, а вы номер свой оставьте. Я говорю, почему на вы? Давай не надо на вы. Все, мы с тобой уже поехали. На ты. Меня зовут Саша. Ее зовут Рузанна. Рузанна. Первый раз я с этим именем столкнулся, то есть поэтому мне кажется, что ну что-то там есть не русское, все такое там, может быть армянское, но она не выглядела как армянка, она выглядела как богиня красоты. Это лучшая девушка, которую я встречал. Ну, не девочка, потому что пубертат, все там месячные и так далее, так что не надо это. Педофилия — это вот как раз такие девочек любить. Ну все, дал я ей свой телефон, она мне тут же позвонила, говорит, вот это вот мой. Ну и что вы думаете, зря я это сделала. В общем, все, попрощался, тут она уже как бы застеснялась, засмущалась. Вот у нее прям румянец такой красный, печать стеснения, да, на лице ее была явно видна. Ну как бы, ну что, так вот еще, мелко. Ну, пара с парнями тоже побратался, все, давайте, чуваки, их целовать не стал, не интересует. В общем, руки им целовать. Пожал, все, давайте, если что, я вам буду помогать. Но я часто ходил на тот момент с Яндекс.Сумкой, там, что. Я ее потом еще встречал, эту девчонку. Значит, все, на следующий день я пожелал ей спокойной ночи. Ну что, ну, любовь настала. Но любовь — это с перспективой, да, что сейчас никакой любви быть не должно, это запретная любовь, то есть я на будущее, вкладывался в будущее. Не скоро это настанет, а я ждать не люблю, поэтому это губительная любовь для меня была бы. Значит, я там спокойной ночи, там может быть смайлик поцелуя и не больше, никаких, потому что это опасно, это действительно опасно, там кто-нибудь увидит взрослых, все, звездец. Все ситуации, это, разумеется, выдуманы. Я выдуман, этот канал выдуман. Это вообще сны, это сумасшествие. Я на терапии. То есть это вообще даже, это все хрень. Дисклеймер. ФСБшники, ФСОшники эти самые. Ой-ой-ой, руки за спину. За спину. Так что все это. Ничего там, никакой запрещетки. Да ей на самом деле было 16 лет, то есть возраст согласия. Кстати, в некоторых регионах 14 лет. А что творится у цыган? Что творится у цыган, братья и сестры? Только цыганам известно. Кстати, с цыганами у меня взаимодействие было тоже плотное, благодаря этой посуточной аренде. То есть со всеми. И с институтками, и с цыганами. Ну, это мы уже с вами проговорили тысячу раз, обмусолили, да, уже. Проспилкувались. Значит, ну и все, там писал, она не отвечала, я думаю, ну что такое, ну и уже немножко подуспокоился, там буквально, ну, дня 4 я писал, там вечером, да, ну чуть-чуть там, потому что экономия, все такое, трафик там, как говорится, да, очень большой трафик на МКАДе, и все. И, соответственно, закончилось, я думал, эта история уже закончилась, но нет. Я как-то проходил, но она же там живет рядом-то совершенно. Опять Яндекс.Сумка, смотрю, опять она. Я лезть не стал, потому что, ну, как бы она сделала вид, что меня не знает. Ну, ее запугали. Ее, может быть, те же самые парни, вот эти вот дружбаны, запугали, что он педофайл, что все такое. Ну, как бы, спокойно. В общем, она вся красная, смотрела в другую сторону, но видно, что меня узнала. Как бы я не стал. Подыграл ей. От любви до ненависти, как говорится, то есть от ненависти до любви, то есть как бы это все вот так вот, все равно какие-то чувства есть, раз так покраснело. Ну, значит, все, я думал, ну все, девку что мучить-то. И тут случилось чудо, да, как бы на определенном удалении от ее дома живу я, на достаточном удалении, там, ну, минуты 32 пешком идти, да, и совершенно там, ну, противоположного центра сторону. И тут выхожу я из дома, у меня такой день был интересный. Я в нашем жилом комплексе красил забор. Как бы я занимаюсь как бы таким колымом, да, колымлю по полной программе. Я же, ну, как бы бездельник, ничего не делаю, сижу дома, это все понятно, там
сижу на шее у самого себя в прошлом, да, это понятно. Кстати, надо будет показать вам мы эти архитектурные, я же доделал дом в стиле Райта, предварительно этот самый. Сейчас. Концепция, все это. Единственное, что осталось сделать, это уже не предварительный, это осталось сделать цветовые решения, да? Немножко поменять. Но мы с вами, в общем-то, про это и не будем. Так, ну давайте дальше, только немножко низко придется вниз смотреть. О! Покрасил я эти заборы, ну или не докрасил. Из красно-белого выхожу. Купил там кефира, все это. Ну, как обычно, квас мой любимый, вроде бы. Выхожу из красно-белого, иду в сторону заборов красить там дальше. И кого я вижу? Рузанна откуда-то очутилась, эта красотка. Эта. А я уже все, как бы, забыл про нее и так далее, да? С подружкой со своей. У подружки немножечко послабее эти, вот, ну, половые признаки там, что имеется в виду, пубертат, все такое, но все равно уже тоже все есть, как бы сейчас быстро что-то расцветают девушки, да? Ну какая разница? Она по телефону. Я такой, ну-ка стоп, Рузанна! Прямо так сказал. Это что такое, говорю? Ты почему мне на смс не отвечаешь? Она там по телефону с бабушкой говорит, чих-чих-чих. Я ей там, давай дальше продолжаю, чих-чих-чих. Я ей дальше, чих-чих-чих. Ладно, все, хорошо, жду. Она остановилась. Значит, все, поговорила она с бабушкой. Я спрашиваю, это что такое? Я же тебя люблю. Это как ты свеешь со мной так это? Ну, понятно, дело, там в полушутку. Она говорит, а тебе точно 15 лет? Какие 15 лет? Мы там, короче, я не знаю, ну, совсем маленькая, можно сказать, что-то там ей причудилось, что я сказал, что мне 15 лет, разумеется, мне не 15 лет. Где твои 17 лет на большом каретном? В общем, поболтали, и ей реально промыли мозги, потому что она мне начала, когда я... А, вот, она мне что говорит? А денег, а дай денег взаймы. С одной стороны, надо было как бы согласиться, даже если бы, как говорится, обманула, ну и пофиг. Но все равно был велик шанс, что она и не обманет. Как бы соприкосновение могло бы присутствовать еще, да? В плане возвращения денег, да? Еще какая-то коммуникация там через интернет или через не интернет. Кстати, я ее не нашел ни в ТГ, ни в WhatsApp, ни в Skyrim, ни в Dota. И в общем... Говорю, нет любви, нет денег. Видишь, научаю ее уже вот так вот. Ну, нет, ну реально, нет любви, она мне не дает любовь, потому что ее запугали. Я, как говорится, отказываюсь ей давать, даже 20 рублей. Но тоже, как говорится, у меня деньги не с потолка, я их не рисую уже. Вот в чем дело-то. Ну и все. Значит, попрощались меня, я все говорю, пока-пока, тут я уже начал прощаться, потому что что-то, ну, чувствую, ну, запуганная девка, хватит, отстаньте от меня. Запуганная я имею в виду в плане мировоззрения, а не то, что она меня боится. Нет, именно в плане мировоззрения, что нет вот такой вот открытости, как у меня, что какая разница, какой возраст, любви все возрасты покорны. Она говорит, ну не в этом же возрасте, который у меня, да, ну не буду. Сами понимаете, ФСОшники, ай, мамочки, блин, отстаньте от меня. Все быстро стираем с интернета, с телефона, точнее, с этого, с компьютера, все эти данные мои. Ну вот, давайте хоть подивимся, как вот это вот все у нас происходит. То есть это сцена, да, это дом в стиле Райта, закрыл я его плотно забором, тут тачки стоят. Ну, это все выглядит в визуализации иначе, это прокси-деревья. Тут так вот у нас, ну ладно, что вам это самое показывает. В общем, отрисовал я, безумно для меня сложна вот эта вот крыша, тут несколько ярусов еще и так далее, все это наплывы, заплывы, уплывы, тут еще дырка в крыше и так далее. В общем, ладно. Ну и, короче говоря, все. Понял я, что... И она мне там в конце, что-то уже, когда я отошел, начала что-то говорить про изнасилование. Ё-моё, ну что-то там буркнуло. Ну и понял, что конкретно у нее мозги уже промыты, все. Девушку мы эту ждать не будем. Ну видите, поиск девушки закинул меня в такие дебри.
как бы, и опять мимо, как бы судьба мне подкидывает, но подкидывает не то. Ну, зато, опять же, знакомство вживую, да, как опыт, как в том числе и отрицательный опыт. Был у меня еще опыт через несколько дней знакомства вживую, тоже связанных с сумкой. О нем там меньше рассказывать, в следующем видосе расскажу, чтобы все не смешивать. Значит, большое всем спасибо за фидбэк, девчонки, как бы фанатки, я вообще удивился от этого, что подписчиков мало, фанатки есть, все, спасибо, всех целую, что дошли до ВК, дошли до соцсетей, ну, причем фанатки-то не в таком возрасте, а в нормальном там уже, ну, как, я имею в виду относительно все, да, относительно моего возраста, да. С вами был Александр Кузьмин, мальчишки тоже молодцы, все там, пишите. Ну, совершенно неадекватно, конечно, отсеиваем там какие-то глупости, там, измышления. Нас это не интересует. Ну, там, совсем дурка. Агрессивная дурка. Агрессивных там в специальную палату, в психушке, так называемую буйную палату засаживают. Это, конечно, нехорошо, там руки-ноги связывают. А вот когда через эти очки, они чем хороши, что сразу же как-то в ином мире находишься, в солнечном. Где всегда солнце, всегда, и ночью, и днем, и в любое время года, какой бы пасмурной погоды ни была, у тебя всегда солнце. Вот поэтому я их закупил. Возможно, я еще порассказываю, у меня, ну, есть история, к сожалению, в основном онлайн знакомств, в основном, конечно, отрицательных, но вот как я гулял с кореянкой, свидался, да, этим летом тоже, возможно, порассказываю. Но видите, это все, мы с вами ищем девушку, не только мне, еще вам, не девушку, а вторую половинку, девушку, мальчика. Все, Александр Кузьмин на связи был, давайте.